зацепился какой-то за мяч на прямых ногах. Удар. Траекторию. Давайте смотреть. Да. Не ждал передачи Александр, хотя по мысли пас отдавал. Джулианович, я смотрю, опять седьмой номер. Разбег на весь цели. Отличный удар. Ой. Положения вне игры нет. Здорово открылся в зазор и хорошо поправлял. Потом, видишь, еще не выключился из борьбы. Утоптал защитника. Да, и очень хорошая подача, согласись, была у Джулиана. Прямо справа налево. Отлично за спину. Смольников во вторую линию. Нет, не до Кокорина, не до Мака. Передача не доходит, но очень важно было выиграть подбор. Удар Вицеля. Столько посидел в офисе Ювентуса, не сбавляет оборотов. И, например, в этом отрезке 12-минутном больше всего ударов, несмотря... Ошибка «Зенита» в центре поля. Это может быть опасно. Передача 4-4. Направо здесь Бельхаим. Удар, опасно, штанга. Это был второй Бельхаим. Отсюда можно попробовать и пробить, но Смольников вообще... Вся команда вжалась в штрафную. Здорово, Игорь хорошо все придумал. Ах ты, в последний момент. И... Просто касался ли кто-то? Да, Бенаим, по-моему, мяч не коснулся. Боснеец, Медуняим, по-моему, не касался. Но там повторы за ворот так не видно. Но в любом случае, вот это движение головой, мне кажется, немножко дезориентировало вратаря. Ладыгин не пошел на выход, не знаю, должен ли был, но в итоге мне показалось, немножечко потерял ворот. Все-таки главной причиной, да, здесь подача, Бенаюм выскакивает, Ладыгин не реагирует. Причина, что «Зенит» просто подарил. Пробить. Отличный пас. Киржаков, удар Райковей. Левый. Да, может быть, и напрашивалась передача на Мака. Была хорошая комбинация, когда Киржаков пяткой сбрасывал Маку, а там еще и Кокорин в атаке подсуетился. Но вот сейчас может... Передачи. Отыгрыш, подыгрыш. Медуняин. Ух ты! Весь стадион сейчас выдохнул, и мы вместе с вами у телевизоров. Но заметьте, опять вот в этой зоне подбора мы, к сожалению, мяч не проигрываем. Сари здесь... Нету даже численного преимущества. У «Зенита» удар Медуняина, а попади. А попади здесь здорово. Лучше эту передачу перехватывает. Свисток. Медуняин, но удар в ближний угол. А передачу сделал неточную. Медуняин, Бенхаим. Подача. Опасно! Здесь Макаби не показал. Медуняин делает передачу направо. Бенхаим его не встречает. Жирков дает возможность подать. Его здесь отклеился, расположившись между двумя защитниками. Кьяртенсон и головой мяч в ворота отправляет. Ну, посмотри, как легко. Да? Вообще без сопротивления. Даже не пытались сыграть мячом. Сходит с ума диктор на стадионе в Нетании. Действительно мало. Упомянул на ночь глядя матч с Ростовом. Навес. Игры. А где арбитр там? Да. Да, он выходил как раз к линии вратарской и чуть-чуть задержался. Мизинца, проникающая, Киржаков, Саша. Это Кокорин. Понятно, почему Кокорин в такой ситуации решил обыгрывать, а не бить. Не бить, да. Мяч под правой. Ты вошел в штрафную. Джулиан, обрати внимание, два каких отличных решения. Вицель, конечно, в створ нужно попадать-то с 12 метров, если тебе дают бить. Ну, открылся здорово, конечно, Кокорин. Да. И все, но далеко отпустил, непонятно куда, и Бенхаим этот. Сейчас... Медуняин, удар! 3-0. Повтор, Юрий Ладыгин. Удар мастерский. Прямо 9. Паутинку пробил руки.
Но вчера, похоже, мяч забил, правда, с более удобной позиции Криштиану Роналду, тоже пробив руки вратарю. Ну а здесь ну, идеальное исполнение. И по траектории, и по силе, и по важности. Ребята в желтом делали быстрее. Отличный заброс Джулиана! Гол! Вытаскивает пятнистого, положения вне игры нет. Райкович бежит, забил Кокорин. Вот она ирония футбола. Вицель, блестящий пас на Джулиана. Джулиана, здесь нет никакого офсайда. Все в пределах прав. А показывал Райкович, по-моему, рукой, да, подыграл себе Джулиану. Но нет, грудью себе мяч вперед пробросил. Еще раз нам режиссер показывает этот момент. Не было игры рук. Нет, все чисто. Все чисто. Что-то показалось. И Александр Кокорин второй матч подряд забивает. Итак, ну давай, Джулиано, не томи. Гол! Два! 3-2! Собственной вратарской. Такому вратарю после этого нужно, конечно, бить. Здорово, здорово исполнил. Ну, молодец Джулиано, что вот эту паузу тянул. Конечно. Он как опытный игрок в покер дотянул до последнего. Слушай, Федор, мы, возможно, увидим историческое решета. Проходит здорово, передача Мак. Прострел! Забивает! Прострел Мака, и здесь Джулиано. На опыте. И хорошо, что подстроился правильно под мяч. 3-3. Зенит. Это сумасшедшее возвращение. Сумасшедшее возвращение в матч. Когда, казалось бы... Ты уже попрощался. Да. Костик, куда ты спешил? Подожди, вчера. Джулиано. В штрафную. Навес. Подача. Джорджи Витков. Повторяется. Тогда